Добрый вечер, друзья. Начинаем наш традиционный вечерний лайв. Сейчас одну секундочку. Да, тут у нас все окей, окей, окей. Я вижу, вы уже интенсивно начинаете подключаться. Друзья, давайте, те, кто подключается к нам сейчас, не забываем традиционно то, что нам нужно. Лайки, шеры и ваши приветствия с э, географией, чтобы мы видели, кто нас видит, э, из каких далеких прекрасных стран. Друзья, вчера э, мы обсуждали, что полгода войны прошло и День независимости в Украине. И на момент, когда был лайф, я говорил о том, что вроде бы как такого ничего необычного по обстрелам нет. Стреляют как каждый день. Но нет, были подведены итоги. Оказалось, что все-таки обстрел был не как каждый день. 189 раз прозвучали сирены в Украине, в День независимости, по данным издания Униан, суммарно дольше всего, без учета Луганской области, сигнал тревоги звучал в Запорожской области. 14 часов 4 минуты, представляете? 14 часов звучала тревога в Запорожской области. На втором месте Днепропетровщина 13 часов 13 минут, в Донецкой области тревога 11 часов 11 минут, ну и так далее. Это был абсолютный рекорд за все время полномасштабного вторжения. Предыдущий такой рекорд был ну, антирекорд, 23 апреля в Канун Пасхи. Тогда было 109 тревог. Самая православная армия мира, как они себя считают, Российской Федерации, наиболее интенсивно обстреливала Украину на Пасху. И вот сейчас в День независимости. Но на самом деле, э, сам-то обстрел, может быть, не был такой интенсивный, но. Очень много поднимали боевые самолеты. Русские и украинцы отслеживают это с помощью радара, с помощью разведки. И каждый раз объявляли тревогу. Не всегда эти самолеты стреляли. То есть это было просто намеренное запугивание, просто испортить людям день независимости. И да, где-то им это частично удалось, потому что Мероприятия были отменены. И, ну, собственно, наверное, это было правильно и нормально отменить мероприятие, когда идет война, не до праздников. И вот э, наиболее, наверное, заметное преступление то, что произошло из этого обстрела. Каждый раз, когда они обстреливают что-то где-то, попадают по жилым домам, по каким-то объектам гражданским. Вот на этот раз попали по э, поезду, который стоял на Днепропетровщине на вокзале. Фото номер один, пожалуйста. Жертвами российского удара по станции Чаплина в Днепропетровской области в среду утром стали по меньшей мере 25 мирных жителей, более 30 получили ранения, заявили украинские власти. Российское министерство так называемой обороны утверждает, что этот поезд вез э, военнослужащих. Ну, они, я это сто раз говорил, что они куда бы ни попали, там везде военнослужащие, потом обязательно полка АЗОВ, как бы, ну, все время. Мы это с вами отмечали, что еще когда в Сирии была война, когда Россия туда влезла, они же куда ни попадали, там везде был штаб ИГИЛ. То есть, ну, вот прямо ракеты их летят, неважно, это был какой-то э, школа или частный дом, или неважно что, куда попадает российская ракета, там штаб ИГИЛ. Вот сейчас, куда, куда бы они ни попали в Украине, это там везде пол козов и э, националисты, как они говорят. На, то есть, на полном серьезе, вот у них выходит Коношенков говорит, были уничтожены там 200 националистов или 200 террористов. То есть, они никогда не говорят военнослужащие вооруженных сил Украины, которые защищают свою родину. Но в данном случае даже было не это, даже это это просто был обычный гражданский поезд, по которому они попали. И президент Зеленский выступая э, на заседании ООН, э, естественно, дистанционно, он не покидает Украину с тех пор, как началась война, он заявил, по железнодорожной станции прямо по вагонам на станции Чаплина четыре пассажирских вагона сейчас горят. По состоянию на сейчас убиты по меньшей мере 15 человек, но это были первые данные, и около 50 человек ранены. Спасатели работают, но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться. Это он сказал э, в ООН. И пошли вот реакции в мировую... Ну, во-первых, про реакцию ООН я скажу чуть дальше, а вот здесь... Глава европейской дипломатии Жозеп Барель написал в Твиттер, Евросоюз категорически осуждает гнусное нападение России на мирных жителей в Чаплино в день независимости Украины. Ответственные за российский ракетный террор будут привлечены к ответственности. И госсекретарь США Антони Блинкин написал, ракетный удар России по железнодорожному вокзалу полному мирных жителей в Украине соответствует схеме зверств. И вот в ООН было тоже э, голосование. Около 50 стран из 193, э, 100, да, из 193 подписали заявление против э, войны в Украине. Ну Россия здесь, конечно же, тут же вывернула это в своем стиле наизнанку Вы сказали, а 50 стран всего лишь. То есть получается примерно треть или четверть э, стран поддерживают Украину. А Остальные-то получается, ну типа как за Россию. Хотя на самом деле это полный бред, потому что за Россию там все время голосуют пять стран максимум, то есть никто те другие страны они просто либо воздерживаются, либо вообще не знают где это и что это их это не касается, они очень далеко от этого не не хотят в это вмешиваться, то есть ну э, и здесь самый важный на самом де, на самом деле момент это в том что надо смотреть вот те страны которые поддерживают Россию и те которые поддерживают Украину что это за страны потому что можно ли назвать полноценной страной Сирию то есть где диктатор, который держится исключительно на штыках России. То есть если бы не Россия, его бы уже не было 12 лет назад. Потому что был момент, когда Башар контролировал только часть своей столицы. То есть даже не, не всю столицу, а часть. Вся остальная страна была не под его контролем. И тогда влезли русские войска и вернули ему власть. Или Венесуэла, там, или еще кто-то, какие-то страны, которые, ну, их очень условно можно назвать самостоятельными странами. В то же время э, Украину поддерживают страны, которые именно вот в полном смысле это состоявшиеся страны, которые сами за себя отвечают, ну, такие как Франция, Германия, Великобритания, США, то есть страны, которые их никто не контролирует, они сами себя контролируют. Народ этих стран через свою власть э, имеет абсолютный полный суверенитет. И, конечно, сравнивать... Э, Какие-то недостраны, которые поддерживают путинскую Россию, ну, даже как-то было бы глупо. Так, и вот э, пришли ваши приветствия, друзья. Нас приветствуют Германия, Латвия, э, Прама, Сороки, Киев, Кишинев, Кропивницкий, Херсон, Израиль, Латвия, Великобритания, Брошов, Италия, Польша, Волынь, США, Колорадо, Южноукраинск. Стамбул, Аргеев, Каушаны, Бельцы, Дания, Ужгород, Южный, Измаил, Барселона, Греция, Вильнюс, Италия, Мальта, Румыния, Литва. Друзья, всем вам привет! Спасибо, что вы с нами. И еще раз прошу, э, ставьте ваши лайки. Это программа Минимум. Вот то, что. Пчитать плата за, за просмотр у нас вот такие вот тарифы, как бы просто нажмите ваш лайк, и для нас это важно, потому что через это э, искусственный интеллект Ютуба и Фейсбука видит, что людям нравится это видео, начинает его показывать большему количеству людей. Вот вы нажали лайк, и оно показалось кому-то еще Лайк like, один человек или там, не знаю в какой пропорции, ну вот для нас это очень важно. Ну а кто делает репост, это вообще супер. Ну и те, кто еще не подписался, то тут, конечно, даже говорить нечего, конечно же, надо подписаться. ООН э, опубликовала свою статистику. Комиссар, э, о, офис Верховного комиссара по правам человека э, во время заседания ООН озвучил э, статистику по Украине. 565 1614 мирных граждан убитых, 7900 вот я, сбился, я сначала скажу, 5614 убитых и 7946 раненых. Это только официальные подтвержденные данные. Реальное число, реальное число неизвестно, естественно, значительно выше, потому что ну, во время войны очень тяжело вести подсчет. По информации заместителя генсека организации, подавляющее число жертв произошло из-за использования взрывных устройств, то есть обстрелы ракетами, вот эти неконтролируемые, которые ведет Россия. Кроме того, ООН зафиксировала 327 случаев незаконного содержания и похищения э, украинских граждан россиянами на неподконтрольных территориях, на оккупированных территориях. 14 человек были найдены мертвыми или умерли во время э, похищения, 13 мужчин и одна женщина. И подтверждены 43 случая сексуального насилия. Это те только, которые задокументированы, четко, как ну полностью подтвержденные, которые совершили военнослужащие РФ. Э, и это отметил заместитель генерального секретаря ООН. Ну и вчера, как я вам говорил, по всему миру проходили протесты против того, что творит Россия. И вот очень большой протест был в Берлине. Люди шли по улицам, э, скандируя Россия государство ⁇ террорист ⁇ Там были несколько тысяч человек. Э, и представители украинской диаспоры в Германии, беженцы, ну и, и немцы тоже. Я смотрел репортаж Deutsche Welle, они брали интервью в основном у немцев, там их тоже было очень много. Ну, общую картинку этого парада я вам сейчас хочу показать. Давайте посмотрим первое видео. Russia is a terrorist state. 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 Russia is, a state. Russia, is a state. Russia is a terrorist state. Russia is a terrorist state. Меня тут спрашивают по поводу стратегии США по нефти. Давайте у нас есть пункт сегодня про нефть. Мы поговорим. Давайте сначала поговорим про атом. Про мирный атом, который должен быть мирным атом. Дело в том, что сегодня на Запорожской атомной станции новая критическая ситуация. Мы когда говорим Запорожская, то есть, ну, может быть, кто-то не совсем понимает, не знает ситуацию. Дело в том, что она на самом деле не в Запорожье. Запорожская имеется в виду, что она в Запорожской области. Она ну, на расстоянии от города Запорожья, она находится в городе Энергодар. Так вот, сегодня Энергоатом сообщил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети при работающих незаглушенных реакторах, в которых находится ядерное топливо. Я прочитал по поводу этого несколько аналитических выкладок специалистов, которые разбираются в ядерной отрасли, в чем э, опасность этой ситуации. Дело в том, что когда э, атомная станция получается отключенная от электроэнергии, а тут надо понимать, что она же как бы, ну вот люди думают, а так, она вырабатывает, а, ты, она вырабатывает электроэнергию, зачем электроэнергия, она сама себя питает. Нет, там на самом деле не все так просто, она отдает электроэнергию, и потом эта энергия туда приходит уже по обычным сетям. И вопрос в том, что... В момент, когда она оказалась отключенной, то есть были перебиты эти линии проводов, она на какое-то время работает на генераторах. Но дело в том, что, во-первых, это ненадежно, то есть генератор может тоже там кончиться топливо или еще что-то. И в чем опасность вообще, э что может худшее произойти на атомной электростанции? Даже если ее будут прямым... Э Прямой наводкой обстреливать, то она, она на самом деле достаточно хорошо защищена. То есть реакторы они э, сделаны очень прочные, то есть они выдержат прямое попадание ракеты, самолета, там если террористы и, и так далее. Но в чем проблема? Вот как раз проблема в том, что если там не будет электрической энергии, то перестанет работать система охлаждения, а это как раз вот то, что произошло в Японии на станции Фукусима. Помните, когда в результате цунами были залиты генераторы, были залиты, то есть пропала электроэнергия на станции и отключилась система охлаждения. Когда отключается система охлаждения, то начинают эти элементы, которые вырабатывают тепло ядерные, ну радиоактивные, урановые стержни или там не знаю плутоновые или какие там стоят, не суть важно, они начинают бесконтрольно нагреваться до каких-то громадных температур. Это приводит к тому, что либо начинает скапливаться газ, который просто взрывает, как в Чернобыле произошло, разрывает крышку реактора и выбрасывает радиацию в атмосферу, либо, как это произошло в Фукусиме, она начинает просто прожигать вниз, вбок, то есть она просто выжигает под собой пространство, и э, это в том числе вместе с водой, которая находится там в реакторе, оно попадает в почву. Эта станция находится на берегу Днепра, в Энергодаре. То есть, ну, фактически это может означать выброс радиации в реку Днепр, которая, естественно, понесет это все в Черное море. И, ну, в общем-то, э, последствия абсолютно непредсказуемы. Наверное, может кто-то это рассчитать, какой-то специалист большой, но пока таких расчетов я нигде не встречал. И вот в этом как раз есть самая большая опасность, что если э, отключится система охлаждения, то так или иначе произойдет катастрофа в том или ином масштабе, пока никто не знает, в каком варианте и как это произойдет. И здесь, знаете, многие говорят, что ну, мы думаем, вот, и достаточно адекватные, хорошие эксперты говорят, мы думаем, что ничего не будет, потому что никому это не выгодно. Но я могу возразить этим экспертам и сказать, друзья, а мы все думали, что война никому не выгодна. Потому что вот когда до войны мы с вами анализировали в том числе ситуацию, ну как бы логично было, что война не выгодна никому, потому что Россия попадает под санкции, не может выиграть эту войну, и бла-бла-бла прочее десятое, и сталкивается с огромным кризисом внутренним и внешним. Украине понятно, почему не выгодно, но война произошла. И она идет. Россия все-таки напала. Путин, несмотря на все прогнозы аналитиков, что это безумие, что это самоубийство, он сделал этот шаг. Сегодня аналитики говорят, что нет, ну, катастрофа на станции никому не выгодна, потому что россияне надеются удержать эту территорию, им это не нужно. Украинцы надеются деоккупировать эту территорию, им это не нужно. Но, тем не менее, мы видим, что ситуация с каждым днем там все больше и больше ухудшается. Американцы сказали, что они не знают, они не могут сегодня подтвердить однозначно, кто ведет обстрел станции. Российская сторона утверждает, что это Украина делает. Украина говорит, что это делает э, Россия. И объясняет это тем, что Россия это делает именно для того, что это один из вариантов путинского шантажа. Потому что Путин шантажирует мир, типа давайте э, сделаем так, чтобы остановить войну, и территории, которые были захвачены, отошли к России. Но для этого ему надо э, полное остановление становле, э, огня. А просто так Украина не хочет останавливаться. Они говорят, нет, мы хотим вернуть свои территории. И вот один из вариантов путинского шантажа. Слушайте, ну или мир, или вот тут может произойти какая-то беда, какая-то катастрофа. Ну это, конечно, не мы, но что-то может там произойти плохое. Поэтому вот э, как бы ну, прогноз, что там все-таки может пройти, что-то такое. Он весьма-весьма большой. И вот сегодня он стал практически в шаге от того, чтобы стать реальностью. То есть сегодня система э, подверглась огромной опасности. И, кстати, весь юг Украины, та часть, которая оккупирована, э, осталась без электричества, включая очень крупные больницы в оккупированных городах. Они сегодня остались без электричества. Я не знаю, там их, насколько им хватит генераторов. В общем, та ситуация очень опасная. Здесь, кстати, возвращаясь к теме того, что выгодно-невыгодно. Ведь знаете, как вот э, в странах Запада, допустим, э, несмотря... Вот США, очень характерный пример. Когда был Байден, который... Э, прошу прощения, Трамп. Когда был президент Трамп, который ну, временами вел себя очень-очень странно. Но есть система, система государства, которая, в общем-то, один человек, который делает какие-то ошибки, иногда какие-то движения непонятные, она его балансирует за счет того, что это, это очень глубокая и стабильная система. В России все решения принимает один человек. То есть если он делает ошибку, человеку свойственно ошибаться, то вся страна летит в эту ошибку. То есть один Путин принимает любые решения, и вокруг него находятся такие же, как он, в таком же возрасте люди, да еще и которые никогда ему не, не смеют возразить, которые говорят, о, какое мудрое решение, Владимир Владимирович. Да, как раз мы хотели именно это вам предложить, но вы нас опередили, потому что вам самые мудрые гол решения приходят в голову быстрее, чем нам. И вот результат, вот все то, что происходит, вся эта безумная, абсолютно нерациональная война, которая просто наносит страшный вред Украине и убивает, просто убивает Россию, физически убивает, потому что она лишает ее будущего. Это все решение одного человека. Вот у него так в голове сложился пасьянсик. И он посчитал, что это все окей, все нормально. И никто, никто в целой стране не может ему возразить, сказать, ты что творишь, дед? Успокойся. Но нет. Поэтому э, вот эти разговоры о том, что это выгодно, это невыгодно, это правильно, это неправильно, забудьте, друзья. Один человек, он, он считает вот так. И, и вот убедит его, что это неправильно. Так, и еще по поводу оккупированных территорий, друзья, э, я хочу сказать пару слов по поводу Луганска. Я вам сейчас покажу э, видео, одно, ну, в нем как бы два кусочка. Э, показывает ситуацию в Луганске. Значит, на первом видео девушка, ну, совсем молоденькая, говорит о том, что в Луганске вообще не осталось мужчин, там только подростки э, до 15 лет. И на втором видео мужик э, констатирует, э, ну, видимо, какой-то там чиновник он или блогер, потому что там была еще реклама телеграм-канала, э, что вместо угнанных на убой жителей Луганска там сейчас стало много бурятов, пригнанных из России. То есть вот такая вот бурятская республика. Давайте посмотрим наше второе видео. Ой, ребята, в Луганске остались одни девчонки. Реально одни девчонки и военные, других нет. Нет, есть еще ребята, которым а-ля 15-16 лет. Все, старше нет, я вам гарантирую. Вот, одни девчоночки. Сижу я тут в центре Луганска и понимаю, что реально скоро мы будем бурять ей. Человек 30 прошло бурятов возле банка и в банк. Ну, нормальное такое будет у нас замена. Сейчас есть уже очень много свидетельств от местных жителей с оккупированных территорий, с Луганской и Донецкой области, о том, что там буквально вот вылавливают везде, где только можно, на рынках, в магазинах, делают рейды по домам, короче, всех мужчин от 18 до 60 лет, всех вылавливают, ружье в руки, иди воюй. Думали ли эти люди, что вот так им все обернется, когда некоторые из них хотели, чтобы пришел русский мир? Вот русский мир пришел и сказал им, ты второй сорт, ты быдло, потому что там те наши русские, которые там в России, они не хотят воевать, они хотят с пивком на диване смотреть, как ты воюешь, поэтому иди и воюй. И вот сейчас вот в Луганске э, им показали, что, в общем-то, они не люди для России и их не жалко, и об этом тоже говорят военные эксперты, как их используют. Я вам рассказывал, да? Их пускают в атаку, украинцы начинают стрелять из артиллерии, и э, радар засекает, где была артиллерия. То есть они жив... ловля на живца, просто знаете, вот подсунули приманку, Украина туда ударила, и э, русские пытаются поразить потом э, эту артиллерию. То есть используют их в артиллерийской дуэли как просто определение для целей. И это, кстати, вот, к, может быть, к слову, тем нашим, допустим, жителям Приднестровья, которые тоже думают, что если придет русский мир, что они будут вот какие-то привилегированы. Нет, вы будете тоже вторым сортом, как жители Луганска, как жители Донецка, которых сейчас Россия использует просто как мясо, которое ничего абсолютно не стоит, и никто даже не может возразить. Потому что Россия говорит, что, а вообще-то это независимые страны, это не мы, это они сами там так решили. Мы, нам вообще все равно. И, а куда обращаться? В какой суд? В местный? Там нет суда. Там, там правят какие-то эти вот местные, как их называть, бандиты. И суда никакого нет. Никакого права ни на что нет. Поэтому вот такая вот ситуация. Давайте немножко поговорим по прогнозам. Сегодня The Guardian опубликовала э, пять пунктов прогнозов на следующие полгода этой войны. Давайте немножко по ним пробежимся. Первый пункт. Война, вероятно, будет продолжаться по крайней мере год, но фактически зашла в тупик и ее интенсивность уменьшается. Ну, Это, знаете, капитан очевидность на самом деле, потому что Шойгу вчера признал, что интенсивность войны как бы почти нулевая, ну якобы потому, что они э, берегут э, мирное население. Ну то, что это ложь, это понятно, потому что есть еще других много признаков. <coughs> Мы поговорим чуть ниже про референдум, который отменили о присоединении к России. То есть есть много признаков, и э, приказ Путина, который был срочно принят ночью, мы об этом тоже поговорим. То есть это все говорит о том, что все пошло вообще не так. Поэтому, да, э, Россия не, мо, не может э, захватить новые земли, а Украина пока не может освободить то, что Россия захватила ранее. Вот и получается такое, ну фактически уже война заходит в стадию заморозки, потому что... Повторяю, что стороны не могут двигаться. Украина, правда, пока чтобы эта заморозка не происходила, чтобы там не, не мерзли русские, она им тылы поджаривает с помощью Хаймарсов. Ежедневно буквально приходят сводки, там уничтожен штаб, там уничтожена живая сила, там уничтожена техника, то есть это происходит практически непрерывно. И сейчас, кстати, в новой вот этой поставке, которую американцы сделают Украине на 3 миллиарда долларов, там э, будет очень большой акцент на эти ракеты. GLR, GLRMS. То есть это ракеты, G это Гуайт, управляемые. То есть это управляемые ракеты для хаймерсов, которые будут бить на 80 километров, но они еще более точные. То есть он, фактически им можно управлять в полете, и это, ну, в общем это делает этот снаряд особо опасным. Он летит низко, сбить его ничем невозможно, и, ну, как говорится, привет еще новым целям, которые в ближайшее время познакомятся с тем, что такое Хаймерс. Второй пункт. Украина не имеет средств эффективной обычной контратаки, тогда как партизанские рейды являются оптимистичным способом ускорить крах России. Но ну, имеется в виду то, что Украина сейчас проводит рейды в глубокие, в тылу России, там с помощью спецназа, но для настоящего контрнаступления Украины нужны танки. Много танков, много БТРов, а вот с этим как раз есть проблема. То есть они отлично выносят с помощью Хаймарсов, с помощью Гаубиц, которые тоже достаточно есть у Украины сейчас. Они выносят тылы, там все разрушают, но для того, чтобы наступать, нужна наступательная техника это танки и э, различные бронированные машины пехоты и вот этого как раз не хватает и это причина почему до сих пор не началось контрнаступление третий пункт Россия все еще хочет пробить себе путь вперед но ее внимание вероятно будет сосредоточено на со на содержании своих достижений и аннексии территории Украины ну то есть э, да они хотят они это постоянно говорят что они еще пойдут дальше но возможности у них на это нет Просто от слова «абсолютно». Значит, сейчас будет пока акцент на сдерживании то, что они успели захватить. Ну, аннексия имеется в виду легализация этих территорий в своих глазах, потому что для всего мира это невозможно легализовать. А про референдум мы поговорим чуть дальше с вами. Четвертый пункт. Зима ускорит новый кризис беженцев и создаст возможности для тех, кто сможет подготовиться лучше всего. Речь идет о том, что вот в этих областях, которые оккупированы Россией, Донецкая, Луганская, ну да, они не полностью оккупированы, но даже та часть, допустим, Донецкая область на 60% оккупированы, но в тех 60 и в этих 40 разрушена инфраструктура. Отопление не работает, с электричеством перебой. То есть как люди будут зимовать, а там хуторов таких, знаете, одноэтажных очень мало, где может человек, в общем-то, ну худо-бедно как-то с печкой перезим перезимовать. Там очень много многоквартирных домов которые будут без отопления абсолютно, поэтому э, до двух миллионов человек по прогнозам могут опять быть беженцами. Ну кто-то перейдет в западные районы Украины, кто-то в Польшу, кто-то еще дальше в Европу. В общем, есть опять опасность того, что этот кризис зимний он создаст проблемы. Ну и пятый пункт, они говорят, Запад должен решить, хочет ли он, чтобы Украина победила или просто держалась. И ему нужно сопоставить гуманитарную помощь с огромной потребностью. Ну что имеется в виду, хочет, чтобы победила или чтобы держалась? Чтобы держалась, вот то, что сейчас поставляется, этого достаточно. То есть Россия не может наступать при э, вот таком раскладе. И по численности э, вооруженных сил, и по оружию. Но если Запад хочет, чтобы была победа, Значит, нужно больше оружия, другого оружия, помимо того, что есть. То есть, повторяю, нужны танки, нужны ударные самолеты, нужны ракеты более дальнобойные на 300 километров. Тогда уже можно говорить про победу. Пока с этим не совсем все ясно. Вроде самолеты обещали, вроде танки частично покрыли потребность, но пока недостаточно. И вот проснулся заслуженный алкоголик России Медведев и по этому поводу разродился постом в Телеграме. Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. Вот The Guardian пять штук придумала. Прогнозы победы стоят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада. Строят. Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада. На самом деле все это... <coughs> На самом деле все это вранье чистой воды и демагогия для обработки электората. Все все понимают, но отрабатывают роли. Сценарий всего полтора, говорит Медведев. Первый достижение всех целей СВО (специальной военной операции) и недвусмысленное признание итогов в Киеве. И второй военный переворот на Украине и уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты, говорит проснувшихся с похмелья Медведев. Представляете, насколько он оторван и вообще от реальности? То есть сейчас, когда они не могут вообще ничего. То есть все цели операции будут э, реализованы. То есть будет взят Киев, будет сменена там власть, э, денацификация, демилитаризация, деблаблазация. Ну, этот человек, он вообще в какой реальности? Он, его я не знаю. Ну, хотя если он смотрит только российские телеканалы, наверное, это наверное, это нормальная реакция, потому что так думает очень много людей в России, они уверены, что все идет по плану, что да, как бы Киев скоро возьмут, ну, просто, просто, экономят снаряды, экономят, не хотят убивать много украинцев, поэтому так как бы медленно идут там по по сколько метров в день, да не по сколько уже не идут, за последний месяц вообще не сколько, но тем не менее, да, вот такой вот прогноз. А, в другом месте, он, видимо, туда все-таки приехал Трезвый, бывает и такое. Все-таки одно дело, когда он пишет посты по синьке, а другое дело, когда он куда-то выезжает на какие-то встречи, там, видимо, все-таки он понимает, что надо выглядеть человекоподобно. Так вот, э, он заявил, э, РФ не может примириться с тем, что НАТО будет расквартировано на территории Украины, и какие-нибудь их безумные начальники примут решение, к примеру, атаковать российскую территорию, тот же самый Крым. По словам Медведева, именно поэтому и было решено провести превентивную операцию. А, ну, у, ранее Медведев заявлял о том, что результатом спецоперации является то, что Украину не примут в НАТО. Не знаю, почему он решил так, на основании чего. То есть на самом деле э, от до войны как раз говорили Запад, что не, не, не хотят принимать Украину в НАТО. Сейчас НАТО говорит, что, скорее всего, примут ее, но ну, когда закончится уже война, когда будет подписан мир, тогда Украину, то есть ну практически наверняка примут в НАТО. И вообще тогда непонятно, на что он надеется. И до этого Медведев говорил, что Россия уже решила одну задачу в ходе этой спецоперации. Это то, что с ней начали считаться по-настоящему. Э -э как это было, сказал Медведев во времена Советского Союза. Понимаете, вот теперь с Россией считаются. Это, кстати, вот он тоже подыграл... Э -э мнению общественному в России, они как бы вот постоянно это говорят, я смотрю очень много, когда проводят какие-то блогеры опросы, там в городах России они говорят, ну, россияне говорят, да, типа мы плохо живем, но зато теперь с нами считаются, мы встали с колен, мы утерли нос с западу. Ну, как по мне, знаете, это вот, вот жил в доме тихий алкоголик, и все знали, что он бухает постоянно, что он, там как бы грязь у него в квартире, беспорядок, ну, всем было пофиг. Но в один день он стал буйным, кто начал бросаться на соседей с ножом, у него белая горячка, с ним начали считать, его восприняли серьезно, вызвали полицию, э, там соседи как бы взяли в руки оружие, потому что он, он опасен, с ним стали считаться. Ну вот примерно такая же ситуация с Россией, да? С ними стали считаться, но можно ли этим гордиться? что с ними стали считаться. Понимаете, если с ними считались бы, Россия высадилась первая на Марсе, Россия создала лучшие в мире лекарства, в России создали автомобили, которые едут сами, и то есть ты сидишь дома, вызываешь свой автомобиль по мобильнику, он приезжает, ты садишься, он тебя куда-то везет. В России со... вот вот если бы все это, да, с Россией бы стали считаться, все бы завидовали России реально и все бы мечтали жить в такой прекрасной стране. Но когда Россия просто напала на соседа, и с ней стали считаться, как бы, ну да, опасные эти люди, надо что-то с ними делать. Не знаю, не знаю. Я, я бы это достижением не стал считать. Здесь, знаете, на самом деле это, э, он работает с электоратом, да, это в России воспринимаются вот все эти слова просто на ура, и это базовый такой нарратив, э, который они сейчас, кстати, очень интенсивно проводят, мы воюем не с Украиной, что думаете, мы Украину полгода не можем победить? Нет, мы воюем с коллективным западом, весь мир против нас, ну, западный. То есть там против нас золотой миллиард со всеми крупнейшими экономиками миром, поэтому у нас не получается. Это, это, это не с маленькой Украиной мы не можем справиться, это со всем миром, со всем Западом. И вот это они идеи эти продвигают, закрепляют их в обществе и работает, Да, в России в этом верят на полном серьезе. И, и тем более это очень важно, потому что единая Россия и Путин и Медведев они не могут предложить россиянам лучшую жизнь от слова совсем. Нет, не могут. Это исключено. Но что-то предлагать надо любому народу как-то. Нельзя просто говорить, типа, денег нет, но вы держитесь. Такое можно один раз сказать, но второй раз уже народ может сдержаться за твое горло. Поэтому они им предлагают взамен миф о всемирном страхе, уважении, величии, вставании с колен. И вот как бы это альтернатива. Хорошей жизни, ребята, мы вам не обещаем, но вот то, что нас будут бояться, мы вам это можем гарантировать. И, э, то есть это говорит о том, что это, эта власть абсолютно неэффективна как менеджер как э, управление с государством, как тот, кто создает будущее, но она эффективна как создатель кризиса, создатель войны. Это их такая вот работа, такая специализация. И вот о том, что все идет не так. Говорить то, что референдум о независимости э, и присоединении к России оккупированных территорий, который был назначен 11 сентября, об этом говорили, говорил этот э, Петушилин, говорили всякие их пропагандисты. То есть это был решенный момент, уже выдавались э, средства на то, чтобы печатать листовки. Все, вопрос был решен. 11 сентября должен был пройти этот референдум. Но нет он отменен. Мы с вами говорили, о чем это значит. Это значит о том, что они понимают, что ну, это просто глупо, когда ты заявил, что ДНР — это вся Донецкая область, но ты контролируешь половину от нее — и сейчас провести референдум о вступлении в Россию, и потом получается, что половина твоей области контролирует другая страна, ты будешь выглядеть просто каким-то странным чуваком, который при этом говорит, что у тебя вторая армия мира, но не можешь даже э, контролировать свою собственную территорию, которую ты считаешь собственной. Поэтому, конечно, они это все отменили, и Телефоны, которые были в этих листовках, указаны телефоны ЦИКа, так называемого ДНР. Они больше не отвечают. Журналисты пытаются звонить на эти телефоны. Сам, кстати, сайт Смарта не обновляется. ЦИК ЛНР можете посмотреть в интернете. И источники во всех думских партиях сообщили для телеграм-канала, можем объяснить, что до сих пор не получали от администрации президента никаких инструкций относительно открытия своих отделений на оккупированных территориях. То есть было отделение Единой России в Херсоне, когда перебили мост, они оттуда убежали, и все, больше отделений никаких партий не существует на оккупированных территориях. Более того, некоторые высокопоставленных депутатов в принципе не пускают на захваченные земли. Не так давно один из вице-спикеров Госдумы отправился туда с гуманитарной помощью, так ФСБ его не пропустило через границу, утверждают источники канала. И никаких методичек от администрации президента не получали пропагандистские медиа. Об этом сообщили э, в, э, источники в госсми. Что касается муниципальных выборов, то методы освещения доведены до корреспондентов. Сообщения о нарушениях только со ссылкой на цик или официальный наблюдательный штаб или полицию. А насчет референдумов никаких рекомендаций до сих пор нет. Говорят, что в ближайшее время и не будет. Аккредитация журналистов тоже не проводится. То есть, понимаете, да, 11 сентября в России во всей будут выборы, единый день выборов, пришли уже все методички, как это все освещать, что делать, как. Все вопросы решены. Но по оккупированным территориям полностью ситуация заморожена. Отменено. Политехнолог, сотрудничающий, сотрудничающий с администрацией президента, на условиях анонимности, рассказал, что подготовка к референдуму приостановлена. Конечно, нет никакой гарантии, что главный в скобочках, Владимир Путин, завтра вдруг выйдет и скажет, проводим референдум 11 сентября, но на официальных уровнях сейчас вся деятельность по референдуму приостановлена. Вот так вот, друзья. Сейчас, секунду, я гляну, что там от вас есть. А что там Путин подписал указ? О, как раз мы переходим к этому. Фото номер два, пожалуйста. Значит, Путин приказал набрать в армию дополнительно 137 тысяч человек после э, того, как генералы к нему обратились, сказали, что не хватает людей в российской армии. Э, вчера ночью э, появились видео о том, что кортеж Путина срочно едет в Кремль. Видимо, там какое-то было заседание с генералитетом. И вот результатом рождения вот этого указа о том, что нужно дополнительно в армию набрать 137 тысяч человек. Очевидно, причина в том, что компания в Украине полностью забуксовала. После слов Шойгу что они там экономят жизни украинцев, поэтому не двигаются. Путин, видимо, что-то начал подозревать. Ему сказали, что если хочешь наступать, нужно больше в армию. Он сказал, что мобилизацию проводить не хочет, потому что глубинный народ взбунтуется. Как бы быть за Путина, сидя на диване, классно, а в окопах где-нибудь там под Харьковым это уже не так классно и может произойти проблема. Поэтому он вот решил этот указ издать. И э, это достаточно серьезное увеличение армии. Им дан срок до конца года, за 4 месяца, Министерство обороны должно набрать 137 тысяч военнослужащих, чтобы довести общее число военнослужащих до 1 150 тысяч человек. Чтобы это 1 января была такая армия в России. Численность российской группировки в Украине с учетом э, так называемых войск ЛНР-ДНР оценивает примерно до 180 тысяч человек. А в то время как украинская армия на начало войны насчитывала 250 тысяч, сейчас, по последним данным, было официальным 700 тысяч, а возможно уже и миллион. Военное руководство России выступает за начало всеобщей мобилизации, об этом говорят источники, в то же время как э, верховный говнокомандующий Путин против этого, он считает, что это может дестабилизировать ситуацию. Поэтому вот армия как бы объясняет, он говорит армии, вы хреново воюете, я вам приказал взять там Киев и так далее, они говорят, мы не можем, невозможно брать э, меньшим числом э, против большего. Как бы да, Россия выигрывает по количеству самолетов, по количеству танков, по количеству артиллерии, по количеству снарядов к этой артиллерии, но численно они э, меньше, чем армия Украины. А чтобы вы понимали, друзья, для того, чтобы наступать по, по всем как бы, учебникам военным, превосходство должно быть минимум, минимум, в три раза, а лучше в пять раз. То есть считайте, если в Украине сегодня минимум 700 тысяч э, Притом это не какой-то там обслуживающий персонал, это люди под ружьем, а может быть уже до миллиона. То есть, чтобы наступать на Украину, значит, путинская армия должна иметь примерно 3 миллиона человек. То есть, даже вот с этими 100 плюс 150 тысяч, <coughs> это никак не изменит ситуацию. Поэтому Единственное, как вот, кстати, об этом постоянно ноет стрелков Гиркин, единственное, что может спасти ситуацию, это всеобщая мобилизация в России. Но Путин этого категорически не хочет, потому что его закрытые опросы показывают, что это может вызвать социальный взрыв. Не хотят русские воевать, они хотят, чтобы кто-то воевал и принес им победу, и чтобы они все вместе гордились и радовались своей победой. Ну, вот э, пока ситуация такая. Да, конечно, эти 150 тысяч, которых они, кстати, опять-таки непонятно, где они их наберут. И как они их подготовят за пару месяцев. Могут ли они изменить ситуацию на фронте? Да, они напакостят серьезно. Будут новые жертвы, будут новые проблемы, но, опять-таки, взять, условно говоря, Харьков, я уже не говорю про Киев, этим числом не получится. Потому что там нужны миллионные, то есть это масштаб должен быть как во время Второй мировой войны, где гибли десятки миллионов. Да, вот такой вот фронт громадный между двумя странами. А так как хочет Путин, какими-то малыми группками, ну пусть хочет, пусть пробует. Как бы все военные эксперты говорят, что это просто невозможно, абсолютно. Проблемы создать можно, взять Украину невозможно, абсолютно. Давайте поговорим немножко про нефть. Вот как раз то, что вы писали. Сейчас, секундочку. Сейчас у меня компьютер опять выключается, но как бы ничего страшного, если он выключится. Сейчас я сокращу энергопотребление, чтобы... был чуть-чуть подольше включенный. Так, друзья, тут сейчас секунду от вас еще. Почему граждане РФ не обращают внимания на постоянное противоречие в официальном освещении специальной военной операции в российских СМИ в течение полугода. Вы знаете, это, это интересный феномен. Это есть такое. Я это обращал внимание, потому что даже взять слова любого из их пропагандистов, у каждые две-три недели он противоречит сам себе. То есть тот же, уже, во-первых, сколько раз они делают вот то самое наступление, которое, о, -о теперь вот теперь-то, теперь-то мы все возьмем, и Киев возьмем, все. Это уже три или четыре раза было анонсировано, ни разу не состоялось. Притом вот последнее такое интенсивное наступление, оно вообще не состоялось в принципе. Они взяли Северодонецк или Сейчас, два небольших городка на востоке Украины и, и все. И вот это было то великое страшное наступление с огненным валом. Там выстрелили какое-то просто нереальное количество снарядов, такое, наверное, в истории человечества не было. Они стреляли несколько недель без остановки, то есть они там пораздували стволы у пушек и ничего не смогли добиться как вот это, почему народ Бурундук не задает вопрос, как это получается вообще? Почему так? Где, где величие этой армии? Ну, как бы их это совершенно не смущает, они продолжают свое, да, все нормально, все идет по плану. Такой план и был, оказывается. Интересно. Так вот, э, нефть. Россия, согласно данным источника Bloomberg, я вам напоминаю, друзья, что это издание, которое имеет источники в британской, американских разведках, оно, оно одно из первых точно предсказало начало войны. Так вот, Bloomberg говорит о том, что Россия предложила скидку на нефть до 30% по долгосрочным контрактам для азиатских стран. То есть на азиатский рынок Россия сейчас нефть стоит примерно 100 долларов за баррель. Минус 30% это 70 долларов. Рентабельность российской нефти примерно 60 долларов. То есть Россия продает э, с наценкой примерно в 10 долларов. Это очень мало, но у нее нет другого выхода, потому что в других местах ее нефть просто не, никто не берет. И последнее, кто берет, это азиаты. Ну вот э, как бы азиаты им говорят, э, ребята, мы рискуем, мы можем попасть под вторичные санкции, нам Америка сделает э, больно, поэтому предложите нам такое предложение, от которого нельзя отказаться. Россия говорит 30% скидка нормально. Китайцы там и другие говорят, да, нормально, окей, берем. И вот так. И получается сейчас, что Россию полностью выкинули из Европы, она ушла в Азию по невыгодной цене абсолютно. А в это время Иран сообщил о том, что собирается занять место России на европейском нефтяном рынке. Это вот, кстати, к вопросу о том, что политика в отношении Ирана. Очевидно, что США дает им карт-бланш для того, чтобы сбить мировые цены на нефть. Иран планирует частично компенсировать Европе поставки нефти, которых она лишилась после вступления в декабре эмбарго на импорт нефти и э, нефтепродуктов из России. То есть в декабре будет эмбарго полное на поставку нефти в Европу. Иран говорит, ребята, а мы тут, а у нас есть нефть а давайте мы вам ее будем поставлять. Сейчас Иран ведет переговоры с западными странами о возобновлении договоренности по ядерной программе, которая позволит снять с него санкции. Если будут сняты санкции, иранская нефть хлынет на рынок, и это должно сбить цены. Ну, как бы остается ждать и надеяться. Я думаю, шансы большие. Там идут сейчас торги. Просто иранцы хотят, чтобы им разрешили создавать ядерные электростанции, на базе которых они хотят создавать ядерное оружие. Мир не хочет этого, особенно этого не хочет Израиль и, соответственно, США. И вот в этом как бы весь торг. Иран говорит, хорошо, ребята, а мы взамен поможем вам сбить цены, а у Ирана нефти очень много. Америка как бы, с одной стороны, не хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие и даже возможности для его разработки, потому что не идет речь о том, чтобы разрешить ядерное оружие. Но, с другой стороны, Америке нужен дешевый бензин. И это сейчас может решить только Иран. Поэтому вот сейчас там идут торги. А по поводу России, вот как прокомментировал ситуацию с, с нефтью Анатолий Несмеян. Бизнес по-кремлевски выглядит именно так. Уйти с высокомаржинального рынка, то есть рынок, где высокая маржа, высокий доход, причем грохнув дверью так, что штукатурка с потолка, и прийти на рынок, где тебя душат требования и скидок по 30%. Да еще и с перспективой в любой момент вылететь с этого рынка, так как вторичные санкции, это шутка, эта штука серьезная. Ну, а на освободившееся место приходит конкурент, который подбирает твою долю, давая тебе взамен утешительный приз в виде контрафактной Кока-Колы, автомобилей тремя поколениями старше тех, которые были у тебя еще год назад, и немножко сельхозпродукции по совсем нельготным ценам. Ну, то есть это как бы Иран сейчас заходя вместо России на европейский рынок, говорит России, типа, ну, мы вам можем поставить, у нас вот есть заводик, делает Кока-Колу, как бы нашу местную, мы сами гоним, мы вам ее поставим. Ну, плюс иранские автомобили. Да, у Ирана есть автомобили, но они еще хуже, чем Лада Веста. То есть это вообще что-то такое из 60-х годов, и вот как бы Иран готов поставлять эти прекрасные машины на российский рынок. И вот как бы взамен, друзья, пожалуйста, ну и плюс сельхозпродукты, там персики, не знаю, чем, чем еще Иран славится, будет поставляться в Россию. Но, конечно, цены будут э, не самые приятные. Вот так. А тем временем российские миротворцы э, слили... Армению. Они передали Азербайджану контроль над Лачинским коридором. Это единственный наземный путь, который соединяет Армению со Степанакертом. Это столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Там был такой как, коридор, по которому прямое сообщение. условно ну, Представьте, если бы у Приднестровья был коридор с Россией. Гипотетически. Представляете, как это было бы важно для России и для Приднестровья. И потом бы взял кто-то и забрал этот коридор. Так вот, Азербайджан забрал этот коридор, в котором стояли русские миротворцы, но они взяли и почему-то ушли. Просто взяли и сдали своих партнеров армян. Подарили их Азербайджану. То есть это очередной, знаете, прогиб Путина под Эрдогана. Один из череды прогибов. Турки зашли в Сирию, начали операцию. Турки через Азербайджан сейчас решают вопросы с Нагорным Карабахом. Путин молчит. Турки дарят берактары Украине, Путин молчит. Знаете, есть версия, что Путин все это делает не просто так, что он отрабатывает себе площадку для будущего бегства, потому что многие почему-то считают, что он убежит в Китай. Но друзья, в Китае жить европейцу очень сложно, особенно такому как Путин. Ему нужна какая-то другая страна. Он бы мог побежать в Эмираты, но шейхи его продадут в Америке за недорого, за какую-то там льготу или еще что-то. А Эрдоган может ему дать гарантии, там пацанское слово, что разрешит ему пересидеть там в Турции до конца жизни, если в России начнется государственный переворот. Видимо, я так предполагаю, что вот эти все какие-то необъяснимые уступки, которые делает Россия в отношении Турции, это все как раз для того, что если в России бабахнет, чтобы Путину было куда просто бежать. Он не хочет судьбу Каддафи, ему не нравится тот ломик, который побывал у Каддафи в определенном Месте, он вот как он себе эту картинку представляет и сразу думает что в Турции лучше жить там тепло как бы помните как в знаменитом фильме так это ж Турция там же тепло вот так вот тем временем а сейчас секунду так ну, друзья секундочку тут вот от вас есть парочку сообщений а где возьмут оружие для этой армии для российской армии ну калаши у них есть вот чего-чего, а калашников у них полно. Другого оружия где взять, неизвестно. Кроме тех танков, которые у них сегодня есть, кроме тех, а это все уже в Украине. Поэтому, ну, видимо, понимаете, ему генералы говорят, им, им же надо как-то оправдываться. То есть почему ничего не получается? Они не могут сказать, что украинцы мотивированы, они сражаются за свою родину, за свои семьи, они дерутся насмерть, а русские солдаты думают, а На нахрена я сюда попал? Что мне здесь делать? Чтобы мои родители потом могли купить себе «Жигули» за мою смерть? Ну, мотивация так себе. Поэтому генералы говорят Путину, нет, наша армия, конечно, мотивирована, мы все патриоты, мы все готовы умереть за вас, Владимир Владимирович, но просто людей мало. И вот он как бы считает, что а давайте наберем тогда дополнительных людей. Не сильно разгоняйте, разгоняйте необходимость мобилизации РФ, в Молдове станет нетерпимым, э, чего не разумеете. Нет, послушайте, э, как в Молдове. Э, в РФ мобилизация уже фактически началась. То есть это у них, э, она идет негласно, просто она не... Э, в чем разница, то, что у них происходит? То, что мобилизация не происходит... Э, вот всех, как в Лугандонии, хватают, вот этого нет. Но заманивают контрактами, через там всякие вот давление психологическое, это уже есть, это происходит по всей России. Но а, у них есть проблема, люди не идут, даже за деньги, даже за большие деньги не идут, потому что как бы ну вот они приезжают туда, первые увидели, когда там соседа по окопу на куски разнесло и Сразу он думает, да, как-то 300 тысяч не такие уж большие деньги, ну его нафиг. И как бы вот так. А в Молдове что у нас? В Приднестровье тоже пытались они там мобилизоваться, но во-первых, не хотят. Во-вторых, пока российская армия не дойдет до Приднестровья, оттуда ни одна мышь не вылезет. Потому что они понимают, что Украина за два дня их там всех разровняет. Поэтому что у нас в Молдове тут? Что, что, сколько ни говори про эту мобилизацию, никто туда не пойдет. Это, я вас уверяю. Не та ситуация. В России там народ зомбирован, еще кто-то может клюнуть. У нас наши зомбаки, они, они такие, знаете, как бы издалека порадоваться. Если бы они были патриотами, они бы уехали в Россию и воевали. Но они здесь издалека сидят, подтявкивают бодренько. Но воевать они не будут. Ни здесь не ни там как же поставки газа из норвегии э, спрашивают нас на английском э, газ из норвегии увеличивают поставки в европу но ну, это газ это газ а нефть это нефть так как бы разные истории э, он увеличивается и германия сейчас будет в большем количестве закупать газ из э, Норвегии уже есть контракт на большее количество. Другие страны, кстати, сегодня отчитали страны Европы, пять стран, самые крупные экономики, включая Францию, уже закачали 90% газа в, нефть, нефть, в газовое хранилище. Если им удастся в течение месяца, а скорее всего к этому идет, дойти до 95%, они, в принципе, могут посылать Путина в дальнее путешествие сексуального характера, потому что это им хватит на полный год. Они так и так хотят зимой отказаться от российского газа. То есть им даже сейчас не нужен газ. Ни из Норвегии, ни откуда. У них есть в своих хранилищах. Уже 95%, к ноябрю они могут закачать 100%. И, кстати, сегодня газ стоит на спотовых рынках 3200 долларов. Это беспрецедентная, колоссальная цена. Почему это происходит? Потому что почти во всех крупных европейских экономиках сегодня принудительно газ горят в хранилище. То есть его как бы не достает в экономике, поэтому цена его растет. Как только хранилища будут заполнены почти полностью, потребность его принудительно забирать в хранилище пропадет, и остатки пустят на экономику. И тогда цена должна упасть. Это произойдет примерно октябрь-ноябрь. Если все пойдет вот по тем сценариям, которые сегодня говорят экономисты, как бы вариантов может быть много, но примерно вот так, чтобы вы понимали, почему дорогой газ и почему э, он должен упасть ближе к ноябрю. Так, друзья, тем временем Ассоциация журналистов Польши требует судить топ пропагандистов РФ как военных преступников. В частности, польские журналисты заявляют, что ответственность за совершение преступлений против мирного населения Украины должны нести не только бандиты в русской форме, но и рупоры Кремля, которые виду, э, выдают себя за журналистов. В заявлении ассоциации отмечаются, что топ-пропагандисты э, РФ Маргарита Симонян, Владимир Соловьев, и Дмитрий, Дмитрий Киселев и э, Ольга Скобеева должны быть судимы как военные преступники после падения режима российского диктатора. Цитата. Это самые известные лица российской пропаганды. К сожалению, их значительно больше, ввиду с того, что в России сейчас нет свободных СМИ, э, констатируют польские журналисты. Ну, друзья, э, кто помнит э, историю, на Нюрнбергском трибунале судили двух пропагандистов. Одного приговорили к повешению, второго, я имена сейчас не вспомню, э, приговорили к тюремному заключению, потом он в тюрьме там э, заболел, умер от рака. Так что судьба пропагандистов, она незавидна. И то, что, понимаете, то, что в России будет смена режима, это для меня лично абсолютно как, ну, как дважды два. Вопрос, когда? Может быть, это произойдет быстро, при определенных обстоятельствах, может быть, там, условно говоря, в этом или в следующем году, может быть, это затянется через пять лет. Но дело в том, что это -то люди, в общем-то, относительно молодые, там, Скобеева, Соловьев, Симонян, они доживут до этого. И тот другой режим обязательно их сдаст. Потому что он сдаст, даже если он будет такой же людоедский, как Путин, но он сдаст всех людей Путина для того, чтобы дистанцироваться, чтобы ослабили санкции, чтобы сказать «мы не такие, как те». И вот в рамках жестов добрых воли они сольют всю эту шоблу радостно. И на Западе их будут судить. Об этом говорят сейчас очень многие в разных универс... как инстанциях европейских, и вот сейчас это ассоциация журналистки... журналистская. Поэтому, конечно, и я думаю, трибунал, который будет над расшизмом, потом он их осудит. К длительным тюремным заключением вряд ли их будут вешать, как вешали нацистских преступников в Нюрнберге. Но, конечно, их посадят. Это тоже весьма и весьма вероятно. И понимая это, вот посмотрите, как себя сейчас ведут Соловьев, Симонян и прочие. Они понимают, что им хана. И поэтому для них единственный вариант жить, пока есть путинский режим. Поэтому они нагнетают, чтобы да больше крови, больше трэша, больше войны, потому что я понимаю, что у, у них другой дороги не, нет. у них нет выхода хорошего, сбежать в Турцию или еще куда-то. Ну так себе история. Понимаете, это Путин может сбежать, он мультимиллиардер, он до конца жизни может там окружить себя охраной. Будет ли деньги у этих пропагандистов до конца жизни ходить с охраной, чтобы какой-то украинец, который потерял семью благодаря их пропаганде? Не встретил их где-то в каких-то темных закоулках Стамбула, не знаю. Поэтому э, так вот ситуация для них на самом деле очень-очень нерадостная. Так, и еще от вас есть вопросы? Да. Так, и э, секундочку. Есть видео с плакатами от Вагнера, но в России вроде бы э, наемничество статьи запрещено. Дело в том, что армия Вагнера, вот этот ЧВК Вагнер, он, он в принципе по российским законам не может существовать, у них нельзя. Запрещены законами частной армии. Но когда это частная армия Путина, то все можно. Послушайте, нападение на Украину противоречит Уголовному кодексу. Мы с вами говорили в одной из старых передач пару месяцев назад, что есть статья в Уголовном кодексе России начала агрессивной войны. Поэтому я ее называю спецоперация. У них запрещены частные армии, у них запрещена узурпация власти, то, что сделал Путин. Он один решает все, это абсолютная узурпация власти. То есть у них по их законам много чего запрещено, но их законы не работают. И это, кстати, открывает дверь для того, вот, в случае смены власти на любую другую, чтобы новая власть могла очень легко расправиться со всеми сторонниками старой власти. И повторяю, это, это, скорее всего, произойдет не потому, что они будут хорошие. Скорее всего, это будут негодяи, потому что я, я просто не представляю, кто там хорошие могут прийти к власти. То есть, ну а те э, новые негодяи должны будут э, дистанцироваться от старых негодяев чтобы Россию немножко расслабили удавку санкционную, чтобы с ними опять начали общаться, чтобы, ну, типа, эти, эти людоеды не такие страшные, как те людоеды. Поэтому они сольют всех, и генералов, и пропагандистов, и всех остальных. И это для меня, в общем-то, абсолютно, как бы, несомненная вещь. Так, друзья, все, мы на сегодня заканчиваем. Я, как обычно, прошу вас поделиться этим видео, поставить ваш лайк, если вы до сих пор этого не сделали, подписаться на наш канал. Друзья, особенность Фейсбука, прошу вас больше шеров, потому что я уже на, на еще 28 дней буду в бане. Спасибо Марку Цукербергу, который так любит тех, кто критикует. Путина в кавычках любит. Поэтому, друзья, помогайте нам расшаривать это видео. Ну и кто хочет поддержать наш канал, кому нравится наша работа, чтобы мы могли больше для вас делать всяких интересных э, передач, то поддержите нас материально. Там ссылочка в описании. Будем рады любой помощи. Все, друзья, на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока.